Ку. Вот игра. Карл Хайзенберг Сол. А, Resident Evil Village. Ага. Кстати, ты ее не покупал себе? Resident Evil? Четвертая. Так еще вроде Village прикольная. Надо тебе посмотреть, может, она на русском языке есть. А Вадим сейчас играет в игры, чтобы на русском языке были. Да, чтобы погружаться. Ты же наиграешь в игры? Как наконец-то будешь в теме, а то мы обычно с тобой игровой контент смотрим, ни хера не понимаем. Нет, я, Элина, может, в игре буду в теме, там, по сюжету, но обычно, когда смотрим игровой контент, там рогалик, разработчики говорят про их там планы всякие, я в этом вообще не секу. Ну, кстати, знаешь, вон, это женщина, Димитриска, кстати, была такой, Димитриеску, помнишь? Вот это наша Village была. Но, помню, такая атмосферная игра выглядела. Мармок играл же на каком-то из роликов, немножко там было прохождение его. Мусорки собрали. Вадим, у тебя нет длинных волос, чтобы вот это вот делать. Это вот. Я так не делаю, я себя штаю просто. А, ладно. Маска классная. Мне кажется, я видел косплей. Вот эти вот, которые с маской. Девушка, не знаю, как зовут же, чтобы не играла. Причем какой-то очень клёво сделал косплей. Ну, когда с девушкой, она с мужем косплеем занимается, с Германии вроде. Они там на принтере специально печатают всякие детали. Там еще у них какой-то клиентский косплей получается. Mm-hmm. Тоже шорты попадались. Видимо, ну, геймплей в примешку с синематиками какими-то, да? Все, он как будто из ниоткуда вообще появился. Он как будто вообще не совсем человек, да? Да. Ой, там лицо было. Это на рога. Там надо поделать. Угу. Ну, типа. Все, тормози, машинку. А, он стрельнул.